Cum așa? Ai trafiet, nu știu cum e. Da. Так. Вот. И вот, вот такие. Они обычно всегда в упаковке вот такие штуки идут. Вот. И берем. Продеваем вниз. Вот. Вот такая штука получилась. Вторую берем. Нет, подойди, пожалуйста. Не дай бог. Продеваем вниз, ставим поближе, вот. И теперь становимся на сам поддон, чтобы у нас спина была прямая. Вот, смотрите как. Все, погрузили. Погрузили. Раз, раз. Так. Опа. Вот эти штуки не убираем. Они остаются у нас для разгрузки. В реальном времени. Сын самостройщик. Лепушка в сторонку. Все поставили. Спина у нас не, как сказать, не работает. То есть это нужно вот так вот взять, вот так положить. А это вот спина прямая. То есть взяли вот ногами. Вот так взяли. И сюда, как кран. Вот. Итак. Второй берем. Главное поставить вблизи, чтобы не дотягиваться. Вот. Отходи теперь отсюда. Давай, иди сюда. Вы снимаете? Да. Я бы не ел. Вот, 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 вот
Все, отойди, отойди. Вот, 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 раз. Также так можно брать более весомые блоки, только вдвоем, да? Использовать можно автомобильный трос. Вот так вот идет разгрузка вокруг. То есть можно вот. И вот, чтобы не надорвать спину, вот можно разгрузить два поддона одному человеку, один поддерживает, чтобы просто не свалилась сама брусчатка.